В новом телевизионном сезоне на телеканале ТНТ ЗАП-ТВ премьера. Стартует новое реалити-шоу «Бьюти-команда 2018». Наша съемочная группа сегодня пообщалась с ведущими самой красивой интриги предстоящей осени. Анастасия Пляскина, фотомодель, стилист-визажист, мама троих детей и амбициозный шоумен Юрий Черепанов докажут. В столице Забайкальского края живут самые модные фотографы, талантливые визажисты и профессиональные имиджмейкеры. Проект «Бьюти-команда» создан для того, чтобы выявить новых, креативных, активных, творческих людей, фотографов, моделей, визажистов, вытащить их в наш век Инстаграма из Инстаграм и показать их по телевидению, чтобы их узнали, увидели и оценили не только аудитория Инстаграм, но и, в общем-то, люди, которые смотрят телеканал ЗАП-ТВ. Участников мы будем отбирать с помощью кастинга. Сейчас мы уже запустили промо-акцию, где знакомимся с ними дистанционно с помощью анкет. Затем пройдет кастинг, где мы отберем 10 команд, в каждой из которых будет один фотограф, один визажист и одна модель. И в процессе самого проекта еженедельно мы будем прощаться с одной из команд и в результате выберем самую мощную, лучшую, сочную, которая станет... Бьюти-команда всея Руси 2018 года как минимум. Сезон проекта закончится к декабрю 2018 года. Главный приз – сертификат от Забайкальской медиагруппы на 100 тысяч рублей. Если ты талантливый стилист-визажист, фотограф или модель, успевай подать заявку на участие до 15 сентября на адрес электронной почты info@zap.ru с пометкой «Бьюти-команда». В тексте письма нужно указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Возможно, именно тебя не хватает в большой бьюти-команде. Юлия Сидельникова, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ.